Но я не могу найти Паноптиса. Она слишком большая, а скорость поиска недостаточно велика. Карта меняется. Постоянно. Мне не хватает вычислительной мощности. Давай я помогу. На Нессе есть разумы вексов. Думаю, мы сможем их использовать. Как насчет небольшой охоты? Я куда-то ползу. О, легендарную энеграмму дали. Yes, of course. 500 медов к разведчикам. Не, блядь. Плазменная винтовка, пистолет, пулемет, пистолет. Угу. Так что у нас там? На НЕС. Сейчас. Так, на НЕС. Да, блин, подожди, да. Да, на НЕС. Спокойной ночи, Кусь. А, ты на НЕСе остался-то, да? Ну да. Ну, хотя... сейчас тогда вступаю. Удаляй, Саш. Блин, думала прокатит. Сейчас Айку бан как дадут. Ага. Так, а миссия здесь получается, да? Ну да. А, ну да, вот она. Блядь. У-ху! В GTA-шке. Лоценту. Че-то я говорил это. Пойду последнюю миссию, посмотрю этот сериал спать. Ой, сериальчик, да. Че-то последняя миссия длится долго. Нормально. Да куда Кузька пойдет? Я сейчас стрим закончу. Кого ей еще смотреть? О, Марину, если она еще стримит. Проверим даже. Да, она стримит еще до сих пор. Так что вот куда она пойдет. Спать она пойдет. Маленькая еще. Один из моих тайных людей. А вот сейчас мы вдвоем на миссии. Я вижу. Разум. В нем должно быть достаточно вычислительной мощности. Отлично. Найдем его и вырвем из него процессор. Не лапси сны смотреть. Вот я и говорю. Вот это нормально зайти. Пошли нахуй. Я еще взял такой хуяк. Ага. Ты типа дальше проехал? Ну да. Вниз. А! На правую кнопку мыши нажимаешь, тогда он такой сальтушки вытворяет. Нормально. В принципе. Там куда я заехал, болят. Правильно, там налево. И, блят. Хэй! Оп, переехал. Это твой. Вон век, с которого мы ищем. Взрывается. Здрасте, конечно, но я не звал гостей.
Угу. Нежданный гость, он под нас ряд и убежит. Мы уже нашли тебя. Теперь ты не уйдешь. В смысле? Кого нашли, алё? Ну вот эту вот большую херню. А. Завтра в школу. Школьники, школьники, школьники. Я. Тебя там прессуют. О. У нас есть процессор. А. Надо подключить его к сети Вексов. Вы у колодца отражения. Нормально. Верно. Нам нужны те слияния. Блин, надо уже это Прейда пройти, что-то я забился этим Destiny на него. Че, все, опять, да? Чат вымер. Да. Колодец отражений. Я в твой колодец отражений, знаешь, сидел. А Destiny это не шутер. Я вообще-то шутеры не люблю, но Destiny зашел. Но как, это RPG с шутером. С элементами шутера. Да. На самом деле, тут почти вся игра построена на этом. Ну. На шутерах. Вот, так что... Не знаю, мне прям... Прям очень нравится этот жанр. Так же, как в файтинге. На выше. Ну. А, еще выше. Угу. Эй! Оп! Подожди, я что-то не понял. А, вон туда. Так, а дальше куда? А, вот сюда. А тут я прыгаю. А, чё? Что за бред? Куда нам нужно? А, сюда? Нет? По-моему, мы забыли. Хьюстон, у нас проблемы. А, погоди. Блять. Сука. Там сможешь активировать? Нет. Я тебя услышал. Да у меня почему-то первый прыжок заюзался. Да. Перелетел. Блин, может отсюда смогу запрыгнуть? Опа. Я стою на нем. Ага. А ты уже активировал? Нет. О. Блэд. Наверх, если чё.
Так. Ну ты где там, э? Да я пытаюсь залезть. Я упал. Надеюсь, это поможет. О. Чё? Да как тут говорить пришлось, кушайте. Ну тут есть элемент шутера, но никто не отрицает. Вижу картинку, но никаких координат. Что будем делать? Мы старались предотвратить будущее. А что если ответ лежит в прошлом? Если вы найдете код, создавший Паноптеса, мы сможем использовать бесконечный лес против Векса. Так. Шо, блять? Мы вернемся в тот момент времени, который привел к появлению Паноптеса. Запустим движение времени вперед и используем те данные, чтобы найти его местоположение в будущем. Отличный план. Заведи. По шкале Осириса. Знаешь, сюда подошел, Сука. Мы туда летим? Новая миссия, yeah. Сад. Это где? А, ну прям рядом с нами. А, во, новая цель. Это наш единственный шанс. Значит, сразу началась, походу. Да, погнали. Ну и ладно. А, невозможно призвать технику в этой локации. Сука. Бывает. С местом определиться не так трудно. Но вот найти симуляцию нужного времени... Найдите алгоритм, создавший бесконечный лес. Он приведет вас к Паноптесу. Вексам известно, что здесь они наиболее уязвимы. Детское время вышло, да, не лэпся? Ага. Момент, в котором ты изобретаешь генератор реальности. Нет ничего важнее его. Цепись. Подожди. Кого? Меня, блядь. Зачем? Все, ты отвис. А, я понял, так бы сказал загрузка. Ну. Кто стоит там, думаешь, что стоит? Да, блин, не привык, то, что у тебя загрузка. А знаю то, что у меня нет загрузки. Ты куда там пошел? Захотелось мне сюда. Ну ладно. Че, перехотелось? Да не пробегай их мимо. Там он поворот. Я че, блядь, зря на 4 часа включил увеличение. Да нет. Ты гранат-то выполнил? Да, по-моему. А че, даже забыл про них, да? А, нет. Нормально. Детское время, да, вышло. Мне просто вот реально чуть-чуть опыта осталось до следующего уровня. Mm-hmm. О, все, есть уровень 37. Агарац. Злой? В смысле злой? Где я злой? Кто злой? Ага. Да у меня сегодня нытик, блять, вылетал, пиздец, как... Вообще, не дали нормально поиграть. Ни в одну, ни в вторую игру. До свидания. Изи. До сих пор вексы были на два шага впереди нас. Теперь, благодаря тебе и Икоре, у нас появился шанс по-настоящему их удивить. Впечатляет. Я хочу сказать, когда это все закончится, я буду самую малость скучать по тому времени, когда я была твоим призраком. Может, останешься со мной? Нам нужно добраться до верхушки той башни и скачать алгоритм до того, как вексы создадут бесконечный лес. Серьезно? Да.
Блять, гранаты, забываю про них. О, мои. Давай. Бля, там еще столько же, а? Ай, ладно, хер с вами. Там эти сферы я сейчас собирай. А мне они не нужны. А. У меня ульта готовая. Помнишь, я говорила, что вексы готовы ко всему? У них есть... К этому не были готовы. Угу. Она среагирует и заблокирует любые наши действия. Во, кстати, вот это я проходил. Чего? Миссию сегодня. Прорываться с боем. Какую? Ну вот эту. Авангард? Да. А. Там сейчас боссик в итоге будет. Героическая, большая, которая была? О, да нет, миссия обычная. Если я не ошибаюсь, если это реально та миссия, то в конце, короче, будет боссик. Здоровый такой. Который нас, помнишь, тогда атаковал, когда мы сбежали? Да. Вот он будет. Да, тут еще ходить, вот эти кубики разбивать, да-да-да-да. Лови. Ай-яй-яй-яй. Ну-ка, я захилюсь, пожалуй. Если не передамажит. Пока живо. Спокойной ночи. Давай, 20-м. Давай. Удачи. Тоже не смогла сомневаться, чем правда, в одиночку выходил в игру. Ну фиг его знает. А вот. Блин, можно мне? Нет, нельзя гранатку у меня. Это в колонну, блять, уперся. Ну вот так тут. До свидания. Слышь. Угу. Дерзкий, блин. Давайте заберемся наверх и найдем алгоритм. Давайте. Угу. Я не против. Пар-пам-пам. Ей, загрузка. Нормально. О, все, ответ. Быстро. На удивление, да? Ну. Да блин, граната плохо залетела. А моя хорошо. Кау. Стоги тут. Рокки Бальбо, блин. Угу. Блять. Да, меня тоже зацепило, как ни странно. Так.
Ау! Тебя продамажило? Да. Херась. Во, вот, босик. Здорово. Пора уничтожить эту машину. Вот, под его луч вообще никак не подставляясь, там, по-моему, сразу ваншот. А у него щиты, да? А, нет. А, мне попал. Нет, нормально. Не ваншот. Да куда ты бросаешь? Далеко, блин. Вези. Знаешь? Знаю. Ладно, он топал. Спокойной ночи. Давай, на, блин. Спокойной ночи. Хуй. Я. Пол это лава. Ага. Сканирую. Изолирую алгоритмы Паноптеса. Накладываю на карту. И... Ау. Попался. Координаты Паноптеса никогда не меняются. Вот и все. Так мы и покончим с вексами. Я обнаружил изменения. Новое будущее. Я сообщу Осирису. Подожди. Защитная подпрограмма? Формируются новые ветви реальности. Нет! Нет! Ладно. Сучка. Вообще. А вот этого, кстати, не было. Е. Ну его не убить сейчас. Нет. Вот гадка, а. Угу. Глупая машина. Ну, я только хотел спросить, где заставки. Где это мы? Меркурий? Как мы здесь оказались? Последнее, что я помню, мы были в ЕМЗ. Нашли то устройство, а потом... И я здесь. Ощущение, будто кто-то переставил мебель в доме. Только дом — это моя память. Ладно, слушай, не знал, что придется об этом спрашивать, но кто копошился у меня в голове? Подключаюсь к ядру памяти. А ты время даром не теряла. Поправка, ты его не теряла без меня. Даже не знаю, что и думать. Подожди-ка, я нашел еще кое-что. Пройти не можем. Или можем? Можем. Создание вексов. Я не могу расшифровать эти файлы. Или открыть врата. Нам нужна помощь. Нам нужна Егора. А, хорошая, опять западовой. Не благодари. Ой, с чего я это вдруг сказал? Ну, нормально, в принципе, окончание стрима. Да. Поговорить с Икорой. Икорарой. Нифига там всего. Рубеж обновлен. Рубеж обновлен. Что, нам обратно на странник лететь, да? Да. Ну, полетели туда, сейчас я загружусь. Я все равно эту... Да, мне грамм надо открывать. Так, может, я сейчас сразу же запущу? Запускай. Будешь там уже грузиться. Я готов. Я вот прогрузил.
Чем могу помочь, варлок? О, тело выпало, наконец-то. А мне, блядь... Кого, блядь? Чё? А, выпал нагрудник 380, а у меня сейчас 397 нагрудник. Можно ее классно, спасибо. Хороший нагрудник. Я вас слышал. Ну, мне контракт выпал. Взять. Оружейник, что ты мне предложишь? Что тебе нужно? Ну-ка вот так, опа. Опа, и хорошо. Так. Предметы. Угу. Блин, одну гранату мне не сделал. Ассортимент всегда прикольно. Меняется. У меня контракт выпал. На разборщика. Ну, когда ну, вот эти вот раз, с значком. Да, да, да. Я про них говорил. Красный ядро и падает. Найден затерянный сектор. В смысле? Опа, нифига себе. Так, импульсная винтовка. Кобура с автоподзарядом. Это как? Коллекция. А, понял. Через некоторое время сам будет? Нет. Убираешь в кобуру, и он перезаряжается. Прикольно, я заберу. Открытый мир. 480, торжественных материалов. Бля, я только что сдал. Ой, дурак, ой, дурак. Дайте. Оружейные материалы. Фига себе. Нормально так, нормально. Высокоморальный комплекс. Так, дробовик я, пожалуй, оставлю. Защита. Говно. Нифига себе, нормально. Вот это мантия. Че? Да мантию, прикольно нашел. Мантия презренного барона. Мощно. Мощно, мощно. Ну такое. Ну чё, давайте, бля, пожалуйста. Бля, легендарных осколок нет тут. Обидно. Что-нибудь разобрать. Давай, пожалуй, на этом закончим стрим. Ну. Вот. Всем спасибо, кто смотрел этот стрим. Всем, кто комментировал, да, писал в чат. Ага. За вот. Активность в чатике. Да. Вот. Вот. И, как говорится, да. За подписочки от Еремен. Со второго аккаунта. Спасибо, да. Одну лишнюю, да. Ну да. Вот. Ну а тем, кто будет смотреть это видео на Ютубе, могу сказать лишь одно. Спасибо за подписки. Вот. За лайки ваши. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. С вами был Нелапси и Герми. Всем удачи и до новых встреч. Давайте, друзья, увидимся, когда увидимся.